тобой не забыты. Это мы оставили тебя, но мы хотим возвратиться в дом отца. Ой, злея духа на свои народы, убрали потоки, пожаждем тебя. Ой, злея духа на свои народы, убрали потоки, пожаждем тебя. Жаждем тебя, Жаждем тебя, Жаждем тебя, Дух Святой.
the whole body Elohim, lift the whole, lift the whole, Ruach Nachon, Chadesh Bekirbi, Ruach Nachon, Ruach Nachon. אל תשליכני מלפניך, ברוח קודשך אל תיקח ממני, השיב אני ששון אישך, ברוח נדיבה תשמח сердца, Господь, излей, Господь.
Господь, благодарим Тебя за то, что Ты благословил наши осенние праздники и прибыл с каждым из нас. Отец, мы благодарим, что Ты до сегодня прибыл с нами и сохранил нас и вел до этого. Господь, мы превозносим имя Твое. Мы восхваляем имя Твое. Отец, сейчас мы поклоняемся Тебе. Господь, мы пришли, чтобы слышать Тебя. Дай каждому видеть Твое лицо, чтобы наше поклонение было в духе и истине. И чтобы это было живое общение с Тобою. Укрепи нас, наш дух, наш плод. Подними нас, Господь, приблизь нас. Укрепи наши немощные колени и руки, чтобы могли творить Твои дела и чтобы мы по Твоей воле, по Твоему слову жили на этой земле. Господь, мы сейчас
окропляем кровь Твою на нас, на дом, где мы находимся, на земле и где мы находимся. И мы имя Твое провозглашаем, Твою истину и Твою победу, и чтобы Твой суд будет по всей этой земле, по Твоей воле, что Ты будешь и судить по Твоей воле, Господь. Ты через это темное время ты побеждаешь и собираешь свои невесты, свои детей к себе. Господь, яви свою славу. Господь, яви силу свою. Мы сейчас примем кровь Твою и плод Твою. Молимся во имя Иешуа Машиах. Аминь. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, братья и сестры. Я верю, что Господь всех благословил осенние праздники. Сегодня наш YouTube-канал Талмидим Иешуа заблокировали на две недели, поэтому думаю, что до конца октября мы не сможем пользоваться. Это второй раз за месяц. Если они заблокируют в течение 3 месяцев 3 раза, это автоматически они взрывают наш канал. Поэтому молитесь, пожалуйста, чтобы мы могли еще служить Господу и могли общаться с вами. И у нас есть в Телеграме побеждающие канал, Телеграме побеждающие. И это YouTube-канал Heavenly Touch Textile, это который запасной был. И чтобы Господь дал нам мудрости, как дальше вести. Тема сегодняшняя – «Пуст, как вода, течет суд и правда». Мы через осенние праздники, как всегда, пришли к тому, что наш Господь, Он правит на этой земле, как царем по всей земле, и придет Его царство на эту землю. Аминь. И мы к тому пришли, и к такому желанию, что мы будем в Его царстве, и Его первые плоды мы будем править с Ним Его царстве. Конечно, это очень-очень маленькое количество. Остальные будут пройти великую скорби. Но я с того момента начну, когда Он будет править на этой земле. И чем Он будет править? И на этой земле, во время Его царствования, в Его царстве, как Он правит, и каким принципом, и для тех, кто ожидает этого дня, как мы будем, к чему мы должны стремиться. Это тоже самое, как очищение невест, и как подготовка к Его второму пришествию. Сегодня я хочу вам рассказывать о двух столбах, поддерживающих Его престолы. Об этом сегодня мы будем говорить. Это суд и правда.
Мы в прошлый раз говорили, Захария 14:6, 9, и Господь будет царем над всей землею, и в тот день будет Господь един, и имя его Ирина. Аминь. Наш Господь есть един, эхат. Это смысл эхат. Это в прямом смысле Он именно Дух Святой, Отец, Сын один, един. Это в Библии, когда используют слово «един», «эхат», это как «единое целое» или в то же самое время «один, два, три», да? Вот это «один». Но это не аргумент для спора. Мы понимаем, что наш Господь, Он есть един, мы в Нем все объединяемся. Он будет царем над всей землей. И другой стих, Откровение 19:11 говорит, «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Здесь мы видим, он правит чем? Праведно судит. И когда мы думаем о царстве Бога или тысячелетнем царстве, мы только думаем о небесном, славное и его награждение, и как будет с ним именно, когда мы пребываем с ним вместе, да? Это слава, и об этом мы больше думаем. Но когда Библия говорит о тысячелетнем царстве, Он судит праведно. То есть, когда кто будет с ним судить на его царстве, не по настроению, не по своей эмоции. Именно как Господь, Он правит Вселенную, именно правилам, и там тоже будет так. Поэтому, что будет в его царстве, будет какой именно принцип, чем он будет судить, и об этом будем говорить. Знаете, когда пророк Аввакум, когда у него был вопрос, второй, «Такой ли, Господи, я буду вызывать, и ты не слышишь, буду вопить к тебе о насилии, и ты не спасешь». Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. Когда пророк видел, что творится на земле, у него был нерешаемый вопрос. Где твой ответ, Господи? Как ты правишь? Он не мог понять, да? Поэтому он вопиял перед Господом, но он не нашел ответ. Его вопрос был насчет его, то есть царствование Господа. Как Он правит? Он об этом говорит. Дальше. Стихе 4. От этого закон потерял силу, и суда правильного нету, так как нечестивый одолевает праведного. То и суд происходит превратный.
Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Он 4 стихе говорит, а от этого закон потерял силу. То есть он видел, что творится в мире. Он больше не видел именно, как Божий закон подтверждается, как Божий закон правит этот мир. Правда, мы тоже часто видим, что нечестивые, они побеждают, они как будто сильные, мы видим в этом мире. Поэтому мы вопрос пророка Аввакума понимаем. То есть его вопрос был, как будто ему казалось, уже Божий закон потерял силу. И уже больше нету правильного суда. Так ему казалось. Тогда Господь говорит в 5 стихе. Посмотрите между народами и внимательно взгляните. И вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. То есть Господь говорит пророку, я творю изумительные дела, которые вы никогда не видели. То есть ему непонятно было, как Господь правит, но его мысль настолько выше наш разум, мы этого не все понимаем. Но Господь дальше говорит именно, что Он собирается. Мы, когда дальше читаем, и в книге Аввакума мы видим, как Господь будет наказывать народов, которые и Израиль, когда они именно игнорировали Божий закон, и чем это заканчивается, об этом говорит. Но сегодня мы хотим с вами посмотреть именно о законе и правосудии. Об этом мы будем говорить. То есть, как пророку Аввакуму казалось уже закон потерял силу, мы в его царстве мы ожидаем, что дальше именно Божий закон действует, и он будет этим править. Значит, Псалом 1 глава, когда мы читаем это, давайте мы прочтем, не так нечестивые, не так, но они как прах, возьмитаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знай, Господь, путь праведных, а путь нечестивых погибнет. В 5 стихе, потому не устоят нечестивые на суде. На суде. Мы так понимаем, что Божий суд настолько именно строго, настолько и тяжко нечестивому этого не устоят. Мы так понимаем, да? Но здесь на суде, на иврите, мишпатим. Аминь.
Мишпатим, когда в Библии мы видим это слово Мишпатим, по-разному переводится на русский язык. Иногда суд, иногда постановление, иногда закон. А по местам еще праведный. И по-разному там переводится. И Псалом 88:15 говорится: «Правосудие и правота – основание престола твоего. Милость и истина предходят перед лицом твоим». Здесь говорится, есть два основания престола Божьего. Это правота и правосудие. Мишпатим и цедака. Мишпатим, цедака. И дальше милость и истина, да? Получается, у Господа есть два, скажем, основания, которые поддерживают его престол. Один – это правосудие, мишпатим, который переводится на русский язык, закон, суд, постановление и праведный или правильный. А второй есть правота, это цедака. И иногда очень часто два переводится наоборот. Милость и истина. Для нас это более понятно, когда мы говорим закон и любовь. Правда? То есть, когда мы говорим, это, можно сказать, два черта характера Божия. Бог есть любовь, Бог есть и наказываемый грешников за их грех. Это два сторона Божьего характера. Это хорошо показывает именно основание его престола. Мы говорим это... Вот это правосудие. Но Библия часто, когда повторяется предложение, да, и чуть-чуть по-другому, да, вот это выражают, это, возможно, правосудие – это истина, правота – это милость, да, может, потому что правда Божия есть Иешуа, да? Да, да. Будет это одно и то же выражение? Да, я тоже так думаю, да. Там на иврите, да, выражение очень такое повторяет, да? То есть первая половина стиха, во втором половине это повторяет. Mm-hmm. То есть когда мы акцентируем Божью любовь, то есть только когда мы цедака, и его милость, когда мы акцентируем, и в большем случае мы видим это сегодняшний день в церквах, и слышим только такие проповедь, как Бог нас любит. Да, это мы без этого мы не можем жить. Никто не может приходить без его милости, без его любви, не можем приходить к его престолу. Да, это должно быть, это необходимое, но это половина. Есть вторая, это Мишпатим. То есть, получается, Господь правит любовью и его постановлением, его законом. То есть, Он и судит законом и любовью. Да, поэтому Иешуа сказал, да, я не буду судить, и Слово Мое будет судить последний день, да? Да, амин, амин. То есть, когда мы говорили, нечестивые не устоят на суде.
Потому что его слово это есть мишпатим, это будет его судит, он не может устоять на это. Давайте мы сначала мы сегодня о мишпатиме посмотрим и поговорим, и каким местом, и каким, как это переведено на русский. Давайте об этом посмотрим. Например, Псалом 71, стих 1, 2. Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да, судить праведно людей твоих и низших твоих на суде. Здесь мишпатим переводили суд. Суд. То есть сам это мишпатим как суд, да? Как Божий суд на судье, вот это суд. Именно так переведено. Левит 5.10. А другую употребить во всесожжение по установлению и так очистить его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Здесь установление. Вот это мишпатим, то есть как закон, да? То есть мишпатим – это установление. Наш Господь, Он судит по своим законам. Иеремия 26, 11, 12. Тогда священники и пророки так сказали князьям, и всему народу. Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами. И сказал Иеремия всем князьям и всему народу, Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего. Те слова, которые вы слышали. В этом тоже есть мишпатим. Это в 11 стихе приговор. Приговор это мишпатим. Как судья вынесет приговор, это тоже как мишпатим. И мы видим от Луки, 11 глава, стих 42-43. Но горе вам, фарисеям, что делаете, что даете десятину смяти, руты и всякие овощи, и не радите о суде и любви Божией. Сие надлежало дать и того не оставлять. Надлежало делать, да. Делится именно слово «судье». На греческом это переводится «дикай ушине». Это мишпатим и цедака один именно одно слово дикаюшине на греческом. И от Иоанна 7:23-24. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным.
То есть, как Господь говорит, именно Он судит судом праведным. И это Мишпатим и Цедака. Смотрите, если мы с вами готовимся к Его суду, мы должны готовиться к тому, по каким меркам Он нас будет судить. Мы должны это знать и к тому готовиться. Правильно? Аминь. Поэтому мы должны знать хорошо Его постановление, Его законы и Его суд. Потому что Он именно этим судит. Когда только человек слышит о благодати, любви, прощении, а второй половина когда не слышит, да? Чем Господь судит именно народы? Тогда это половина. Получается, не полное Евангелие должно быть, полное Евангелие должно быть Мишпатим Цедака вместе. Аминь. Деяния 17, стих 30-31 говорится: «Итак, оставляя временно невидение, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Именно Господь, Он судит праведно. Я однажды слышал от мусульманина, то есть от миссионера, который служил долгое время, говорит, что их Бог, это зеленые книги, Он судит, знаете, как судит Он? Не по закону, по настроению. Поэтому у них нет уверенности о спасении. Они сами говорят, если именно искренне верующие, они говорят, мы не знаем, как Он будет судить, мы не знаем. Это какое-то вообще рабство какое-то, да? Не сыновство. Но наш Господь, Он судит своим постановлением. Слава Богу. И по своей цедака, по милости Он судит. Аминь. Притчи 21, стих 1 по 3. Сердце царя, руки Господа, как потоки вод, куда захочет, Он направляет его. Всякий путь человека прям в глазах его, но Господь взвешивает сердце. Соблюдение правды и правосудие более угодно Господу, нежели жертва. Соблюдение правды и правосудие более угодно Господу. Вот, очень хорошо выражено тут сердце Господа. Очень часто мы думаем, что в Ветхом Завете Господь любил именно кровь. Он ждал вовремя столько много телец, коров. Нет, Библия говорит, Он именно желает соблюдение правды и правосудия. Вот это Его сердце.
Получается, ибо метод судьи, суда, ветхом завете и новом завете изменилось ли не? Нет. Очень часто мы слышим, человек ветхом завете получает соблюдением заповеди, таким образом получает спасение. А мы новом завете живем и уже после распятия Иисуса на кресте мы получаем верою. Это столько много мы слышали, но Божий суд и тогда, и сейчас одинаково. Да, и когда Авраам поверил Бога, да, который показывал звезды и вещал, да, тогда написано, это Бог вменил его веру в праведности. Да? Да. Наш отец верил Авраам, он получил именно праведности своей верою. С самого начала христианства начинается с веры, от веры и заканчивается верою. Аминь. И поэтому Божий метод спасения и тогда, сейчас неизменно. Он тогда тоже хочет видеть соблюдение правды и правосудия. Многие думают, что мы живем уже во время благодати. Кровь еще все покрывает. Поэтому, слава Богу, мы не живем в Ветхом Завете. Уже мы виноваты. Это именно Божий суд. Но у него два мерка. Мишпатим и Цедака. И тогда, и сейчас. Аминь. Еремия 33, стих 15-16. И в те дни, и в то время возвращу Давиду отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. В те дни Юда будет спасен, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. В 15 стихе отрасль – это другое имя нашего Господа Иешуа. Отрасль праведную и будет производить суд и правду на земле. Это есть Мишпатим и Цедака. И нарекут имя ему Господь оправдание наше. Получается, то, что Господь делал на кресте, это не только Цедака, правильно? Здесь говорится, он производил суд и правду на земле. Многие думают, что это его крест, это только показывает нам либо суд, либо его любовь. Это есть суд и правда. И об этом говорится, почему Господь призвал Авраама в Бытие 18-19. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суть. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем. Вот от Авраама до креста говорится, творит правду и суть. Именно Господь, ибо я избрал его
чтобы Он творил правду Иисус. Так? И что делал Господь на кресте? Он производил суд и правду на земле. Получается, почему это суд? Господь все наши грехи на нем возложил. Аминь. Поэтому это суд. Почему это? Не хороший перевод, это суд, да? Да, давайте мы будем говорить Мишпатим и Цедака. Почему это Мишпатим? Это человек, грешный человек, он должен получить наказание смерти. Но Господь на нем все грехи мира возложил. Поэтому это есть Мишпатим. Почему это Цедака? Потому что он этим показал нам свою любовь. Он этим показал свою милость. И он, поэтому его называют оправдание наше. Амин. Амин. И интересно, как на иврите звучит? Кажется, покороче звучит, да? Оправдание наше? Господь, оправдание наше. Кажется, очень коротко звучит. Я смотрел, но забыл. Uh-huh. Получается, дело, которое наш Господь совершил на кресте, это Он производил правду и суд, Мишпатим и Цедака. И Он избрал Авраама тоже для этого. И наше дело тоже. Тогда что? Что мы должны творить? Творит правду и суд на этой земле. То есть, если мы ожидаем Его царства, Его явления, мы должны творить Цедака и Мишпатим. Не только половину, не только Цедака. Если человек занимается воровством и этими деньгами творить Цедака. Если мы смотрим только половину, ой, какой это человек хороший. Он свои деньги, он жертвуя, он другим людям служит и любит. Да, вот это да. Да, по внешности, да? Если только по внешности смотреть, он ходит, допустим, на собрание, не пропускай, и бедный помогай. Но если он нарушает заповедь Господа, значит, он только половину. Поэтому он не устоит на суде Господа. То есть Мишпатим, Слово Божие, Слово, которое Господь говорил, это Слово будет судить его. Аминь. Потому что это Слово есть суд. Говорит именно готовиться к его возвращению, очищение, украшение невесты, все хорошо, чтобы, но мы знали конкретно его заповеди и его цедака. Какой цедака он делал для нас? Вот это грешники не устоят на суде, да? Вот это слово. Mm-hmm. Это как, если сравним с одеждой, да?
грешники не могут одевать нишпатим, потому что они не выдерживают такую славную одежду. Да. Поэтому они отказываются и топчут, да? Угу. Да, они не могут одеваться эту одежду. Да, например, вот эти вот гомосексуалисты, они же не могут одевать Божью истину, да? И они топчут, и по-своему искажают же. То есть они не могут терпеть, слышать они не могут. Для них это отвратительно. Да. Гомосексуалистам, когда мы говорим правду Божью, что это грех, вы нарушаете Божий заповедь, это запрещено. Им это не нравится, и не могут слышать. Они будут злиться на Божью истину. Угу. А Бог будет злиться на них. Давайте посмотрим Амос, 5 глава, стих 24-26. Пусть, как вода, течет суд, и правда, как сильный поток. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет в Дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезды Бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя. Смотрите, 24 стихе говорится о суде и правда, да? Мишпатим и цедака. Пусть, как вода, течет суд и правда, как сильный поток. Аминь. И Господь задает вопрос. 25. Вы приносили мне жертвы и хлебный дар или нет? 26. Господь отвечает сам себе. Вы носили скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана. Об этом Библия довольно часто говорится, именно что они делали с ними. И получается, по 26 стиху израильтяне нарушили заповеди, правильно? Mm-hmm. Они мишпатим, суд, они нарушили. И они не приносили и вовремя, и жертвы. По-старому служили, да? Да, получается. На самом деле их жизнь, израильтяне, они против постановления, они поступили. Mm-hmm. Поэтому Господь говорит, ибо суд, как течет вода. Вода может течь с низкого места на высоту. Mm-hmm. Вода течет естественно. И Божий именно суд то же самое. И его правда, суд тоже естественно. Как его заповедь естественно. Получается, его заповедь написана в нашем сердце, нашей совести. Мы можем понять Библию, когда мы читаем. Почему? Потому что в нашем сердце это написано. Аминь. Наше сердце подтверждает, когда мы читаем Библию. Да, да. Аминь, аминь. Чем чище совести, да? И громче соглашается. Да, да. Это поэтому Божья истина это естественно по нашей совести. Поэтому его суд тоже
Это естественно. Вот это мишпатим же, это включается в Торе. Иначе это конституция, Божья конституция. По Божьей конституции это правит. Это естественно, да? Да. Если его царство. Да, Слово Божье, это есть его, именно конституция. И 24 стих, еще по-другому мы можем понять, как вода. А в другом месте пишется, как вода наполняет море. Mm. То есть море накрывает все, без исключения, да? И Божий суд и правда, то же самое, будет это настолько сильный, настолько полный и без исключения. Аминь. Его суд, его правда настолько полная, его цедака полна. Аминь. Его любовь полна. Пусть Господь наполнит наше сердце его мишпатимом и его цедакой, чтобы мы не смогли жить без этого. Как нам тяжело против течения воды плавать. Мы именно плавали по течению его суда и правды. И мы именно жили по течению Духа Божьего. Дух истины же, Дух Божий, Дух истины же. Да, да. Отдельно не бывает от истины, да? Да, не может быть, от истины и не может. Да, сейчас в наше время Дух Святой и истина отдельно часто бывает, да? В церквах. Да, как будто две разные, да? Угу. Давайте посмотрим 1 Коринфянам, 1 глава, стих 28-30. И незнатное мира, и уничтоженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иешуа, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. В 30 стихе говорится, что Господь Иешуа, Он сделался праведностью и освящением и искуплением. Это так, да? Да. Амин. Амин. Именно благодаря Ему мы можем стать перед престолом Господа, потому что мы можем одеваться одежду белую, это праведности нашего Господа. Да, Юсиф, вспомнила вот это, да, раньше мы когда Тору много изучали, да, uh-huh. Именно две одежды, да, uh-huh. Праведности Иешуа, это нижнее белье, uh-huh. И если мы по Слову Бога живем, это мы внешние одежды, да, одеваем еще. Мы не только должны нижнее белье одевать, надо нижнее белье одевать и внешнюю одежду, да? Да. Вот это два. Это говорит Мишпатим и Цедака, да? Ну, это попроще говоря, да? Да, да. Об этом написано. У человека есть две одежды перед Богом. Да, получается, если говорим праведности Божьей, которую мы получаем от Господа,
Это мы получаем своей верою оправдание, когда мы уверуем Иешуа. Но мы своей верою и своим поведением мы должны подтверждать, показывать свою веру. Доказать. То есть мы должны жить по Мишпатиму, по Его Слову. Это есть наша праведность. Аминь. Если мы говорим только, у меня есть праведность Божия, то есть Иешуа, одежда Иешуа только есть, если есть, а если мы живем несоответственно, получается, Господь скажет, я тебя не знаю, делаешь беззаконие. Mm-hmm. Беззаконие – это торалисис, кто живет без Слова Бога, без Мишпатима. Mm-hmm. То есть должна быть у нас наша праведность, которой мы должны доказать свою веру. Например, ну, проще говоря, да? Усыновили, да? Mm-hmm. Жалкого человека. Усыновили. Потом этот человек бесчинно живет. Это типа неполноценный сын же. Mm-hmm. Да. Тогда что делаем с такими? С такими? Да. Пока он не откажет. Здесь мы говорим о праведности Иешуа Цедака. Мы об этом можем говорит без конца. Без этого мы не сможем. Да? Это более, можно сказать, первостепенно важный. Правильно? Без этого мы не можем даже делать ничего. Не можем начинать нашу жизнь веры. Вообще, христианство как-то очень странное стало. Странным стало, да? Как в мире говорят, ты бессовестный, да? Но христианство стало какой-то бессовестным, да? Да. И храм им стал. Хромает. Да, знаете, это очень ненормальное явление, когда как будто человек имеет веру в церквах, то есть между братьями и сестрами, а когда выходит мир, как будто уже не как Менора живет. Они как будто Бога в церкви только они там закрыли. Да, это поэтому верующие бывают очень хуже неверующих или даже мусульман. Тогда Бог закрывает церкви, да? В таком случае. Да. Через неверующих. Да. Давайте делаем выводы. Первый Тимофея, первая глава, стих 5. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной верой. Цель же предписания есть любовь от чистого сердца и совести доброй и веры нелицемерной. Цель увещания, да? Синодальном переводе. Перевод Кассина это переводит предписание, то есть Библия. Цель Писания есть любовь от чистого сердца. Второй – совести доброй. Третий – веры нелицемерной. Еще раз посмотрим.
Посинадала ему любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Чистое сердце, добрая совесть, то есть не, любовь от чистого сердца, любовь доброй совести, так? Цель Писания, любовь. И любовь нелицемерной веры. А, любовь есть плод трех вещей. Ага. Это любовь не такая простая. То есть цель Писания есть любовь от чистого сердца, от доброй совести и веры, нелицемерной веры. Да, иметь любовь не так просто. Да, это не эмоция. А, но как будто, когда мы становимся верующими, очень часто мы как будто уже совести за стеной церкви мы оставляем. Мы не говорим о совести, а чистого сердца уже особо не говорим. Только вера, любовь, благословение. Очень часто вот это слышим. Но столько много раз говорится в Библии о совести, чистое сердце. Поэтому часто Бог, да, через своих пророков, своих детей, церквам говорит, да, что вознесение будет душа, у которой как пух чистый и легкий, тогда вознесется. Да. У кого чистое сердце. Да, чистое. И короля Якова КЖБ тоже, как писание, да, пишется, не увещание. Последний. 1 Тимофея 1:19. Вооружившись доверием Богу и доброй совестью, отвергнув совести, некоторые потерпели крушение своей веры. Это еврейский Новый Завет. Вооружившись доверием Богу и доброй совести, доброй совестью, некоторые этого не делали, они отвергнули совести. И они... Это секта, да, отвергнув совести, это секта. Да, особенно сектанты, они специально губят и задушат именно совести. Аморально делает человек. Да, аморальными, да, делает. Сам не ищу. Как это вера есть наглости, да? Ну, чтобы они не злоупотребляли это. Есть вещь, которую мы должны веру делать. Как Руф, не Руф, Руф, правильно? Рахаб, извините, Рахаб. Она делала верою. Мы говорим о доброй совести и вера. Сегодня мы с вами смотрели, у Господа есть два принципа. Какими принципами Он судит? Мишпатим и Цедака. Милость и истина. И когда мы имеем чистую веру и добрые совести, и нелицемерную веру, мы можем
себя именно перед можем себя ставить перед Мишпатим, чтобы мы могли слышать голос нашей совести. То есть наша жизнь была как по заповеди, что мы были чисты. У нас не было лицемерия. И мы поступали по совести. У нас была добрая совесть. Бывает мертвая совесть даже, да? Да. Который уже не работает. Давайте, у нас столько много жестоких событий, новости, слова, что мы слышим и кого мы видим. Столько, как будто каждым днем мир становится хуже и хуже, и жестокими, жестокими становятся. Но наши совести должны становиться более чувствительными. Аминь. И чтобы мы могли слышать голос Духа Святого. Праведный своей верой же будет. Да, верой. Своей верой жить будет. Давайте мы сегодня с вами говорили, чем наш Господь царствует и судит. И мы тоже уже на этой земле привыкли и по этим меркам жили и себя судили именно Мишпатимом. И именно Божьей цедакой. Пусть Господь благословит каждого эту неделю и даст вам, дал вам много плодов и победы. Давайте еще раз. И кто не присоединились к телеграм-каналу «Побеждающие». Мы не знаем, когда наш канал заблокируют. Из-за того, что мы говорим о правде, очень много поводов, что они могут нас отключить, полностью взорвать. Поэтому внезапно мы можем больше не можем общаться, поэтому да. Я только могу или Глория может только написать комментарии прошлой проповедь с вами, чтобы могли общаться. Поэтому лучше, чтобы вы присоединились к телеграм-каналу. Давайте, мы благословляем вас, всех вас, братья и сестры. Еще мы одну неделю будем так общаться. Давайте. Шалом, шалом. Ибарихка одной бишмерика. Яир одной панавелика бихунека. Иса одной панавелика биасем лека шалом. Да благослови тебя Господь и сохрани тебя. Да призи Господь на тебя своим светлым лицом и помилуй тебя. Да обрати Господь на тебя свое лицо. Даст тебе шалом. Шалом, шалом, шаба шалом. Шаба шалом.